Друзья мои, всем привет! Сегодня я опять буду готовить вкусняшку с творогом. Покупаем творог, но мои не хотят его есть в свежем виде. Так что приходится что-то из него потом варганить. Ругаюсь, но ничего не могу поделать. До этого у меня был кекс с творогом, булочки. Ну а сейчас попросили сырники, чтобы потом со сметанкой их покушать. Вы знаете, что готовится это быстро, легко и много продуктов не надо. Что здесь у меня? Творог, яйцо, сахар, немножко соли, ванилин, мука и подсолнечное масло. Сейчас я это все смешаю. Вот такое тесто получается. Я все это делаю руками. Сейчас можно его раскатать и нарезать ножиком, но я буду прямо так отщипывать. Вот так прямо отщипываю. Руки я смочила водой, чтобы оно не приклеивалось к рукам теста. Вот так. И отправляю на сковороду. Я уже знаю, сколько надо на глаз. Вот видите. Не первый раз делаю, поэтому уже знаю. Отключусь, потом уже покажу. Ну и обжариваем с двух сторон. Вот такие сырники красавчики получились. Сейчас, пока они горячие, мы их будем кушать со сметаной. Так что, друзья, нам и всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита!